Премьер-министр Грузии встретился с президентом Латвийской Республики. Встреча в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН подтвердила обоюдную готовность к продолжению и углублению политического диалога на высоком уровне между двумя странами. Стороны подчеркнули важность поддержки Латвии и консолидации усилий международных партнеров для должной оценки прогресса Грузии на предстоящих саммитах Восточного партнерства и НАТО. Они выразили обоюдную готовность к дальнейшему углублению экономического сотрудничества, которое поможет преодолеть постпандемические проблемы и продолжить экономический рост. Положительно оценен потенциал торговли между двумя странами и отмечена важность проведения в ближайшее время очередного заседания Межправительственной экономической комиссии. Стороны приветствовали возобновление прямого авиасообщения между двумя странами, что представляет собой хорошую основу для дальнейшего расширения сотрудничества в туристической сфере. В ходе встречи президент Латвии подтвердил, что страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, а также ее европейскую и евроатлантическую интеграцию. Глава правительства Грузии также встретится с президентом Турции. Он подчеркнул, что на встрече обсуждались перспективы углубления стратегического партнерства между Грузией и Турцией в контексте регионального мира и стабильности. Премьер-министр также провел переговоры с генеральным секретарем ООН. Он поздравил генерального секретаря с переизбранием на этот пост и поблагодарил Организацию Объединенных Наций за помощь в борьбе с коронавирусом. Гарибашвили подметил личную поддержку ООН и генерального секретаря территориальной целостности и суверенитета Грузии и отметил, что правительство Грузии признает участие ООН в процессе мирного урегулирования конфликта. По словам Ираклия Гарибашвили, доклад генерального секретаря ООН о вынужденных переселенцах из Абхазии и Цхинвальского региона в Грузии, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и Совета ООН по правам человека являются наиболее важными механизмами для поддержания ситуации с гуманитарной помощью Грузии. Премьер-министр также рассказал о важности участия ООН и важных шагах по восстановлению формата Гальского механизма, предотвращения инцидентов и реагирования на них. В ООН прокомментировали встречу. Генсек встретился с премьер-министром Грузии. Он высоко оценил прекрасное сотрудничество между правительством Грузии и Организацией Объединенных Наций, в том числе в продвижении повестки устойчивого мира в регионе, говорится в заявлении организации.